прошла Страстная Седмица. И все мы сейчас дождались, наконец, воскресения Христова. Поэтому приветствуем всех вас! Христос воскресе! Мы находимся на территории 10 и 11 станции Большого Фонтана. В 1896 году здесь находилась дача знаменитого в Одессе человека, тайный советник, одесский городской голова Григорий Григорьевич Морозли. Он из этого хутора выделяет 1/10 земли для устройства будущего подворья Иерусалимского патриархата с храмом Воскресения Христова, с кувуклей и иконостасом. Точное подобие в миниатюре уникальнейшего храма в Иерусалиме. По замыслу строителя этой домовой церкви, она должна была располагаться при школе, в которой бы дети на берегу моря смогли безвозмездно получать образование, отдыхать и дышать свежим морским воздухом, а самое главное – молиться за литургией и иметь перед собой образ всех мест Святой Земли, связанных со Христом, Его проповедью, распятием, а затем и славным воскресением. Было запланировано здесь устройство церкви, школы для инородцев и иноверцев, которые населяли Кавказ, Крым, Карскую область, то есть юг. Для них были предоставлены условия получить здесь техническое образование. И став преподавателями, учителями, они могли распространять технические знания среди своих, получается, соплеменников, родных и близких людей. Кто давал разрешение на открытие этой церкви-школы? В первую очередь государь-император Николай II. Государыня-императрица под свое попечительство брала эту школу. Были предоставлены проекты зданий, которые должны были входить в этот комплекс. Архитектор Валериан Шмидт был устроителем этого проекта. Также руководитель, получается, императорского технического общества, господин Небольсин, он давал разрешение на открытие этой церкви-школы. Он же ходатайствовал перед господином Лигиным, Валерианом Лигиным. Это заместитель, тогда называлось товарищ городского головы. А сейчас это заместитель городского головы. Он обратился к нему, чтобы оказать полное содействие в устройстве этой школы, церкви-школы. Здесь запланирована была постройка странноприимницы людей, которые ехали в святые места. Это был целый храмовый комплекс. То есть, по крайней мере, церковь, само собой, школа, само собой, странноприимница, плюс само помещение, где дети могли жить, ухаживать. Там должна была быть и кухня, и столовая. То есть это целый храмовый комплекс. Храмы и монастыри всегда строились всем миром. Каждый в меру своих сил участвовал в строительстве святыни. Одним из жертвователей этой церкви и школы стал известнейший священник, пастырь, для которого не было чужих и своих, а все были родными. Этим отзывчивым благоукрасителем стал, как всегда, щедрый бессеребренник, ныне канонизированный, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Уникальные святыни были подарены Иоанном Кронштадтским. Это запрестольный образ Святой Троицы, икона Николая Угодника, явление Пресвятой Богородицы святому преподобному Сергию Радонежскому. Я, по крайней мере, считаю, что это именно та икона, которая сейчас хранится в нашем Свято-Успенском мужском монастыре.
То есть она не могла быть возвращена обратно. Она осталась здесь, в Одессе. И эта уникальная святыня находится с 1896 года. К концу XIX века власть Османской империи на Востоке, в том числе в Иерусалиме, ослабевала и близилась к своему закату. Но тем не менее, Иерусалимский патриарх находился под сильнейшим давлением от султана и по-прежнему не был свободен в исполнении своих многочисленных и добрых христианских намерений на благо церкви. Вероятно, что и со строительством Иерусалимского подворья в Одессе был подобный случай. В чем причина? Почему не был реализован проект? Причина могла быть только одна. Если было решение, в том числе и, конечно, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев, все дали разрешение. Наиболее вероятное предположение – это то, что именно Турецкая империя, султан, не дал этого разрешения, чтобы здесь, в Одессе, было устроено, получается, вот подворье Иерусалимского патриархата. В наше время люди привыкли к громким обещаниям политиков и власть имущих, а затем за их неисполнением. Но выделение 1/10 части своего хутора от тогдашнего городского головы города не было номинальным и голословным. Тот факт, что по внешним обстоятельствам церковь-школа в честь воскресения Христова так и не была построена или ее строительство не было завершено, никак не умаляет щедрости и широкой благотворительности Григория Морозли, о которой было хорошо известно и далеко за пределами Одессы. В суперэлитном районе, получается, где жила элита города Одессы, для вот таких детей-сирот были созданы условия, чтобы они могли здесь и отдыхать, и купаться, и получать знания. То есть для них было выбрано лучшее место. Он именно выделил землю. Мы все прекрасно знаем, сколько в Одессе было устроено зданий благодаря его трудам. И в том числе эта территория, получается, с выходом на море, это было эксклюзивное место для элиты нашего города. Мы знаем, что в районе Малого Фонтана, недалеко от Аркадии, находились две дачи, принадлежавшие Григорию Григорьевичу Морозли. То есть ему в границах города принадлежало немало земель. И он совершенно бескорыстно, не требуя за это никакого вознаграждения, он знал, что люди будут вечно поминать в тех храмах, которые он устроил. Строительство храмов, их количество и благолепие всегда было индикатором внутреннего мира людей. Чем люди жили, то и строили, то и украшали. Если люди жили и дышали духовной жизнью и молитвой, то, естественно, не могли они не выразить этого вовне. Любому верующему человеку не может быть не больно на сердце от созерцания того, что количество строящихся ресторанов, клубов и дискотек с их украшением значительно превышает динамику прироста строительства храмов. Это невольное свидетельство духовного охлаждения душ человеческих и снижения интересов до уровня животных инстинктов. Верующему всегда ощущается духовное голодание той или иной местности, не освещенной духовным маяком, храмом или хотя бы небольшой часовней. Этот проект, он бы стал связующим звеном между прошлым и настоящим. Уникальнейший проект. Храм Воскресения Христова, Кувуклия, и все, пускай в миниатюре, но один к одному. Тем более мы знаем, что 12 ярусов иконостас, который находится в Иерусалиме, она бы только украсила этот район. Тем более мы можем видеть, что здания, которые здесь нас окружают, с точки зрения современного смотрятся, а церковь
Мы даже вот обращаем внимание, что купол с 9-й станции Большого фонтана виден с берега моря. То есть мы можем посмотреть и увидеть, что она там есть. Вторая такая церковь украсила бы наш город. Тем более, что церковь-то здесь, на 9-й фонтана, тоже была Воскресение Христово. Нынешний храм Марии Магдалины. На 9-й станции Большого фонтана до революции это был храм тоже Воскресения Христова. И получается, именно на Пасху или 26 сентября был престольный праздник Воскресения Славущего, то есть память возрождения храма Воскресения Христова, когда служба идет по пасхальному чину, когда приветствуется всех пасхальным приветствием «Христос воскресе!». И это тоже очень важно вспомнить. Тем более, что на территории нашей Одесской области сейчас в Малодолинском строится как раз именно такой храм. На территории Одессы и Одесской области было построено немалое количество храмов, посвященных этому главному христианскому празднику. Это тоже своего рода свидетельство о всегдашней пасхальной радости у верующих одесситов, никогда старающихся не унывать при осознании того, что если Христос воскрес, то воскреснет и каждый из нас. А значит, нет повода для печали и уныния, лишь бы трудиться над собой и не оставлять молитву и надежду на Бога. Вспомним о тех храмах, которые до революции были именно в честь Воскресения Христова. Мы уже говорили, и довольно-таки уже давно, но не вспомнить об этом мы просто не можем. Это на улице Садовой, рядом с нынешним главпочтамтом, находится детский садик. Это дом князей Репниных с домовой церковью Воскресения Христова. Также монастырь в Теплодаре Воскресения Христова. То есть мы вспомнили о тех храмах, которые находятся на территории не только города Одессы, но и Одесской области. Это территория, конечно, Беляевского района, но не вспомнить об этом просто нельзя. Христос воскресе!